22-й год оказался переломным для российского автомобильного рынка. Продажи новых легковых автомобилей упадут примерно наполовину. Даже под конец года, когда рынок начал восстановление, дилеры ежемесячно отдавали 50 тысяч новых легковушек, тогда как в былые годы месяц со 100-тысячным объемом считался неудачным. Промышленность переживает еще более драматичный период. Выпуск автотранспорта сократился более чем наполовину. И это общая картина с учетом грузовиков и легковушек. Отдельно взятый легковой автопром недосчитался 2/3 выпуска. И это рекордный показатель среди всей российской промышленности. То есть легковой автопром оказался самой пострадавшей отраслью. Другие сферы промышленности в 2022 году нарастили отдачу. Некоторые упали, но на единицы или десятки процентов. Скажем, производство тепловозов упало на 20%, на треть меньше выпустили волоконно-оптических кабелей, да примерно наполовину меньше холодильников или стиральных машин, но 70% или около того потерял только легковой автопром. Что сделал с нашим автопромом 2022 год, почему так получилось, мы поговорим в нашем традиционном итоговом выпуске новостей. Фактически единственная чисто легковая отечественная марка – это «Лада». И то с натяжкой. В 2008 году блокирующий пакет «АвтоВАЗа» купила группа Renault, а в 2013-м довела свою долю до контрольной, включила «АвтоВАЗ» в свою структуру и планомерно углубляла интеграцию. Так, еще год назад стратегия Renault предполагала отказ от всех платформ собственной разработки «ВАЗа» и переход «Лады» на агрегаты альянса Renault-Nissan. Потом французы скорректировали план, разрешив ВАЗу сохранить свои двигатели, но ставить их предполагалось только на автомобили для российского рынка. В мае группа Renault решила уйти из России. АвтоВАЗ был за символический 1 евро продан государству в лице Федерального института НАМИ. Поставки ключевых компонентов, которые централизованно закупались снабженцами Renault, остановились, в том числе подушки безопасности, системы ABS, ESP, управляющая электроника, коробки-вариаторы, детали двигателей и многое другое. Поэтому практически сходу остановились и конвейеры АвтоВАЗа. После трехмесячного простоя в Тольятти сумели запустить «Ладу Гранту» в упрощенной версии, без электронных систем безопасности и с восьмиклапанным двигателем 1.6 сниженного экологического класса. Все эти меры легализованы временными послаблениями к техрегламенту Таможенного союза. Однако и спустя полгода АвтоВАЗ может выпускать только 3 модели из 6. В иной ситуации главным автомобилем года оказалась бы модернизированная «Лада Веста», но ее в Ижевске успели собрать лишь 1000, пока не иссякли компоненты, и сейчас АвтоВАЗ собирает себя буквально по крупицам. Вслед за грантой на конвейер вернулись внедорожники, трехдверная Нива Legend и пятидверная Нива Travel, и постепенно восстанавливаются комплектации. В оснащение уже вернулась система Aero GLONASS, подушки безопасности, кондиционер, а под самый конец года аналогичные Нива Travel в исполнении Black начали снова сходить с конвейера с мультимедийками и камерами заднего вида. Материнская для «Лады» компания Renault ушла из России целиком, остановив поставки и производство автомобилей, включая собственный завод в Москве. АвтоВАЗу передан центральный склад запчастей и поручена сервисная поддержка ранее проданных автомобилей. При этом, если сам АвтоВАЗ выкупить обратно за тот же самый 1 евро французы имеют право в течение 6 лет, то московский автозавод брошен бесповоротно. Взять его на баланс пришлось московской мэрии, и уже в июне ЗАО «Renault Россия» было скоропостижно переименовано в «Московский автозавод «Москвич». Тем самым исторический круг замкнулся, ведь завод на Волгоградском проспекте – часть того самого исторического АЗЛК, который навсегда остановился в 2001 году. Тогда корпус недостроенного моторного производства столичная мэрия в качестве взноса отдала в совместное предприятие «Автофрамос», позже реорганизованная в «Renault Россия». Надо сказать, что мэр Москвы Сергей Собянин практически сходу поспешил пообещать сохранить штат предприятия и перезапустить производство уже до конца года. Воплотить это можно было в двух случаях. Либо завод, как ни в чем не бывало, продолжит выпускать «Дастеры», «Арканы» и «Каптюры», либо займется отверточной сборкой чьих-то уже готовых автомобилей. Итак, выпуск «Дастеров» оказался невозможным. Уходя, французы хоть и бросили оборудование, но выключили свет, то есть доступ к фирменному программному обеспечению. А главное, российские Renault, хоть и были в изрядной степени локализованы, например, кузовные детали штамповал московский завод ААТ, но и близко недостаточно для автономной работы. Например, большая часть двигателей в готовом виде приезжала из Франции и Испании.
Поэтому экспресс-перезапуск площадки в конце ноября прошел по единственно возможному сценарию. Технологическим партнером «Москвича» стал КАМАЗ, который смог оперативно договориться о поставке машинокомплектов со своим давним партнером – китайским концерном «Джак». Вообще, «Джак» в ушедшем году стал буквально спасителем российского автопрома. Ведь он обеспечил комплектами не только возрожденный «Москвич», но сразу и несколько других проектов. Так, группе «Соллерс», которая в минувшем году сменила состав собственников, пришлось искать новое занятие для своего самого успешного – елабужского завода, который выпускал семейство «Форд Транзит». Это было последнее совместное предприятие в России, в котором участвовал «Форд». В конце октября американцы продали свою долю, по сложившейся практике сохранив право обратного выкупа в течение 5 лет. Взамен транзитов «Соллерс» спешно наладил сборку грузовичков и фургонов китайского «Джака», причем под собственной маркой, как «Соллерс Арго» и «Соллерс Атлант». Но если простаивавший елабужский конвейер требовал отчаянных мер для выхода из острого кризиса, то другие активы «Соллерса» — УАЗ и ЗМЗ — продолжают пребывать в кризисе затяжном. Площадки избежали длинных простоев. УАЗ постепенно заменяет выпавшие из-за санкций компоненты, самым проблемным из которых явно оказалась французская автоматическая коробка передач «Пунш». А Заволжский моторный завод увидел спрос для возобновления выпуска атмосферных бензиновых двигателей V8, ушедших было на покой год назад. Но главная проблема УАЗа — это отсутствие перспективных моделей. Проект глубокой модернизации «Патриота» был заморожен еще в 2021 году, и вполне очевидно, что завод, не разрабатывающий никаких новинок, в долгосрочной перспективе обречен. Полноприводные автомобили в России — вообще больная тема, обрисовать которую крупными мазками можно в двух словах — УАЗ и Нива. Еще неизвестно, чья судьба из них сложилась счастливее. Второе поколение Нивы, родившееся как ВАЗ-2123, попало под контроль совместного предприятия GM АвтоВАЗ и почти 20 лет выпускалось как Chevrolet Нива. Поэтому сам АвтоВАЗ разрабатывал третье поколение Нивы с 2007 года, но довести проект до конца не смогли. Поначалу казалось, что время терпит, потом, по слухам, собирались сесть на хвост американцам, которые занимались Chevrolet Нивой 2, так и не законченной после кризиса 2014 года. Следующий подход к снаряду случился уже при французах. По последнему плану, Нива 3 должна была быть аналогом Дастера, выйти в 2024 году и стать кроссовером на французской платформе. Но сейчас этот проект тоже заморожен. Сейчас АвтоВАЗ спешно работает над модернизацией классической Нивы Legend. Специальная версия Sport должна выйти в 2023 году и так называется просто потому, что над ней работает подразделение Lada Sport. Ожидать можно наращивания мощности двигателя и неких доработок по ходовой части. Однако о полноценной смене поколения сейчас даже приблизительно никто не говорит. А значит, вот эта машина, которая сейчас официально называется Lada Niva Travel и представляет собой результат рестайлинга 2021 года, еще надолго останется самым свежим отечественным внедорожником. Что касается намеченного на конец 2025 года кроссовера на базе Весты, то он будет переднеприводным. Как мы предполагаем, речь идет о том, чтобы достать из запасника неосуществленный проект Весты хэтчбека и заменить им Ладу X-Ray, возобновлять производство которой в Тольятти не планирует. Формально АвтоВАЗ имеет право выпускать машины на платформах Renault, например, тот же Duster под своим брендом. Но делать этого пока не собирается. Во-первых, нужно замещать множество импортных компонентов. Во-вторых, за каждый такой автомобиль французам придется платить роялти. По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, 4% от конечной цены автомобиля — это на грани рентабельности всего автопрома. Поэтому главной задачей российского автогиганта на 2023 год — это перезапуск рестайлинговой «Весты», переселенной из Ижевска в Тольятти, поиск поставщика автоматической или роботизированной трансмиссии, а осенью — рестарт семейства «Ларгус», в том числе и опытная партия электрических универсалов. Пожалуй, лучше других к кризису оказались готовы грузовые производители. В первую очередь группа «ГАЗ», которая попала под угрозу санкций еще в 2018 году. Ограничения хоть и откладывались 4 года, но вынудили газовцев отказаться от множества совместных проектов. Вспомним, например, 2-литровый дизель Volkswagen, на который возлагались большие надежды.
Однако в прошлом году ГАЗ сумел запустить новую «Газель НН», а под конец 2022 года в продажу попал «Соболь НН», то есть однотонка нового поколения. Технически это укороченная «Газель», но с оригинальным задним мостом и односкатной задней шиновкой. Параллельно ГАЗ решает проблему собственного дизеля. Как нам известно, нижегородцы выбирали между двумя китайскими двигателями – Huadong Cummins 2.8 и Foton 2.5. Оба они выпускаются на пекинском заводе Фотона, но привычному российским газелистам Каминзу газовцы предпочли Фотон. Такие машины уже попали в продажу, а сам двигатель прямо сейчас осваивается в Нижнем Новгороде, где летом был запущен новый литейный завод. Входящий в группу ГАЗ Павловский автобусный завод разворачивает серийное производство новых автобусов среднего класса. Свежее поколение пазиков называется City Max 9. Это 9-метровые полунизкопольные машины заднемоторной компоновки с ультракоротким передним свесом. В движении автобус приводит 4-цилиндровый дизель YMZ-534, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, собственная разработка ГАЗа. КАМАЗ пришел в 2022 год со множеством совместных производств. Каминс КАМА, ЦТФ КАМА, Даймлер КАМАЗ РУС, Кнорбремзе КАМА и так далее. Выход иностранцев из этих проектов поставил под угрозу сразу два современных семейства грузовиков – К4 и К5. Первый решено не спасать. Основанная на уже снятом с производства Мерседесе Аксар серия К4, которая получала из Турции компоненты кабины, двигатели и мосты, все равно должна была уйти в отставку в 2024 году, и этот срок попросту сдвинут раньше. А вот развитие новейшего КАМАЗа К5, в основе которого лежит актуальный Mercedes-Benz Actros, продолжится, несмотря на годичную задержку. В минувшем году это семейство, дебютировавшее в 2020-м, должно было выйти на крупносерийный выпуск, но вместо тиражирования готовых решений завод занимался параллельным импортом санкционных компонентов и заменой поставщиков. Выпуск санкционно-устойчивых грузовиков должен начаться нынешней зимой. Причем ключевым элементом К5 остается двигатель – рядная шестерка КАМАЗ-910. В первом полугодии челнинцы перейдут на обновленную версию, увеличив объем с 12 до 13 литров. Почему отечественный автопром оказался в таком кризисе? Прежде всего, давайте будем честны, русского автопрома в буквальном смысле, то есть как автономной инженерной школы и оригинальных моделей собственной конструкции, не существует уже очень давно. Тенденция оформилась еще в середине 90-х, когда стало понятно, что советские автозаводы без посторонней помощи не выкарабкаются. «Москвич» перестал выпускать автомобили в 2001 году, «ГАЗ» не смог предложить рынку новую «Волгу» и после провала «Сайбера» свернул легковую программу в 2010-м. «АвтоВАЗ» преодолевает последствия тесной интеграции с «Рено» прямо сейчас. Изо всех иностранных автозаводов продолжает работать только тульский «Хавейл», который формально собирает всю российскую линейку кроссоверов марки, но фактически часть из продаваемых машин в определенных комплектациях ввозят напрямую из Китая. Все остальные конвейеры простаивают. Полностью из России ушли только три иностранные компании. Вслед за Рено на точно таких же условиях с передачей петербургского завода институту НАМИ ушел Nissan. Управлять этой площадкой будет АвтоВАЗ, уже сообщивший, что во втором полугодии запустит там сборку иномарок под маркой «Лада». Mercedes-Benz продал свое юрлицо и крошечный отверточный завод Подмосковья дилерской компании «Автодом». Mazda отдала Solers'у свою долю в совместном заводе во Владивостоке, который собирал японские машины и двигатели к ним, но не ликвидировала представительство. Точно так же поступила и Toyota, закрывшая собственный завод в Петербурге, который едва ли вернется к производству автомобилей. Главная интрига 2023 года – это судьба сразу трех петербургских заводов Hyundai Motor и калужской пары – Volkswagen Group Rus и PSM Rus, потому что это ключевые предприятия, которые обеспечивают работой свои региональные кластеры, то есть собранные поблизости производства компонентов. 2022 год поставил под удар весь уклад российского автопрома. Отрасль, состоящая из множества сборочных цехов, которые начинали с отверточной сборки, а затем постепенно повышали или не повышали локализацию, оказалась в крайне затруднительном положении. Откровенно говоря, 15-летнюю политику поддержки автопрома в режиме промсборки или специнвестконтрактов можно описать одним словом, и это слово — фиаско.
Разумеется, никто не рассчитывал, что Hyundai или Renault или Toyota или Volkswagen вдруг спроектируют русский автомобиль. Вопрос стоял лишь в том, много ли элементов, собираемых в России иномарок, здесь же и выпущены. А оказалось, что гораздо важнее, какие из выпускаемых в России компонентов пригождаются хоть где-нибудь, кроме как на российских сборочных конвейерах иностранных концернов. Да, многие компонентщики с мировым именем имеют здесь свои заводы, которые выпускают шины, стекла, сиденья, пластиковые детали, провода и многое другое. Но почти все эти детали не экспортируются, а остаются здесь, в России. И зависимость мирового автопрома от поставок компонентов из России стремится к нулю. Единственный за последние годы абсолютно новый автомобиль отечественной конструкции представила марка Aurus. Причем серийное производство кроссоверов Aurus Commandant в Елабуге запустили уже через несколько месяцев после первого показа машины. Разумеется, для сверхдорогого Aurus серийность условна. В 2023 году компания обещает выпустить 200 комендантов, и это не только амбициозная цель, но, что характерно, вообще первый случай, когда Aurus оглашает производственные планы. Статистику марка обещает раскрыть лишь через несколько лет, а по косвенным данным, выпуск седанов Senat до сих пор исчислялся лишь двузначными числами. Осмелимся предположить, что возрождение автопрома начнется именно так, как его следовало развивать с самого начала — с компонентной базы. Сборочные заводы потеряли актуальность. Очевидно, что конечная сборка у тех иностранных брендов, которые еще останутся, а прежде всего это корейские и часть китайских, теперь сосредотачивается не в России, а в сопредельных странах Евразийского союза. А вот поставлять компоненты для них отчасти придется из России. Как мы предполагаем, первыми оживятся кузовные производства. Так, штамповку железа недавно возобновил петербургский завод Hyundai Motor. Кузова едут на алма-атинский завод Hyundai Transkazakhstan. Вероятно, в 2023 году какое-то движение начнется и в Калужском кластере, где бездействует завод Gestamp Северсталь, и в Москве, где расположен штамповочный завод ААТ. Под конец года планы расширить ассортимент моделей огласил белорусский завод BLG, который до сих пор получал штампованные детали из Поднебесной. Если китайцы решатся на экспансию, то вполне логично заказать эти компоненты на одном из бездействующих заводов в России, нежели строить свой штамповочный цех. Параллельный импорт, о котором много говорили в начале года, заработал далеко не сразу, пока игроки рынка отработали механизмы ввоза и упрощенные сертификации автомобилей. И речь тут не о том параллельном импорте, который ведут физические лица. Это штучные поставки, которые погоды на рынке не сделают. Закупать автомобили тысячами могут только юрлица, и этот процесс лишь налаживается. Например, осенью мы рассказывали, как крупная сеть заказала сразу 1000 китайских седанов Volkswagen Bora. По нынешним временам это много. Но импортировать машины промышленными партиями могут немногие продавцы. И без поддержки производителей, централизованных поставок запчастей, обучения персонала и создания хотя бы ограниченной гарантии, эти объемы еще очень нескоро выйдут на привычный для России уровень. По разным оценкам, в 2023 году объем параллельного импорта едва ли превысит 100 тысяч машин. Для рынка, ужавшегося до 500-600 тысяч автомобилей в год, это изрядное количество. Да, в предыдущие годы в России продавалось 1,5-2 миллиона машин, но пока не ясно, могут ли они продаваться впредь, по новым ценам, а предпосылок к снижению нет. Хотя бы потому, что параллельный импорт вообще не затрагивает автомобили дешевле 2 миллионов рублей. Они попросту невыгодны с учетом растаможки и мудреных маршрутов доставки. А значит, бюджетный сегмент целиком зависит от АвтоВАЗа и официальных поставок китайских брендов. А закончить этот выпуск хотелось бы вот какой мыслью. За 20 лет в России выросло поколение рабочих, инженеров и управленцев всех уровней, которые изнутри знают, как работает мировой автопром. Как устроено проектирование и испытания, как налажены производственные процессы, как работает закупка и доставка деталей, как организован маркетинг, продажи и послепродажное обслуживание. Мы, журналисты канала «Автоплюс», часто общаемся с кем-то из индустрии. И поверьте, люди, знающие, что нужно делать, в стране есть. Возможно даже, что эти люди – именно вы. Возможно даже, что если делать свое дело хорошо, то будет и результат. А что конкретно получится, как обычно, покажет «Автоплюс». С Новым годом!